Ежегодно ВК устраивает пиксель батл по типу как на Reddit, где каждый человек от какой-то определенной площадки рисует пиксель и тем самым составляет рисунок. Эта хуета просто интерес, понимаешь? Она заставляет комьюнити коммуницировать между собой, и тем самым администраторы крупных пабликов и не очень крупных объединяются, чтобы отпиздить кого-то, блять, к примеру. Ребят, если бить врага, то так, чтобы он не поднялся, правильно? Да, понятно, что лежачих не бьют, но они собираются подниматься, понимаешь, чтобы опять отомстить. В общем, КБ такие. Решили связаться со мной и договориться о перемирии, а поделить полотно. Нет, блять, вас не будет нахуй на этом полотне, блять. Поехали ебашить. Значит, добро пожаловать на 2019 Pixel Battle. В прошлом году было 32 тысячи на финале. В этом году, я вам отвечаю, благодаря вам мы сделаем 50. Открой полотно. Бля, братан, это просто охуенно. Мы дефаемся, правда, но заебись. Мы комьюнити кого? Зеленой армии. Зеленая армия это кто? Это тот, кто поднял Смарча на топ-1 место в мировом Твиче. Нельзя просто прийти, блять, и ломать все. Поэтому пошел он нахуй отсюда, старый. Я объявляю Pixel Battle закрытым, ребят. В принципе, все. Дорогие друзья, только что закончился очередной Pixel Battle 2020 года. Это была бурная и динамичная битва. Сейчас мы с волнением ждем таймлапсов этих полей сражений, чтобы еще раз ощутить те эмоции, словно в первый раз. Иногда даже от самых близких друзей мы не ожидаем подлости, а от злейших врагов — помощи. За эти 3 дня мы приобрели и потеряли друзей. Но в конце концов, все понимают, что это всего лишь игра. Но игра, которая заставляет в действительности переживать за свои пиксели и воевать по-настоящему. Что тебе плохо, Лагода? Неужели не будет Pixel Battle? Ребята, это то, что раскрашивает наши будни учебы. Правда. Это же история. Как можно 4-летнюю войну просто убрать? Как будто ее и не было.